Вы знаете, вот я сегодня смотрела в прямом эфире вот всю эту ситуацию. Я думаю, что они приняли правильное решение, потому что дальше жить некуда. Ребят, то, что творится сегодня в нашем городе, да не только в нашем городе, в нашей стране, то, что Плохотнюк взял всю власть в свои руки, он командует страной, городом, так, как ему угодно, так, как нравится, так, как он хочет, и ему подчиняются все. Я не знаю, я за ребят. Несмотря на то, что я знаю, что там есть ребята, у кого проблемы со здоровьем, у кого это вот, но раз они приняли такое решение, я за них обеими руками. И как я сказала моему ребенку, что мне очень жаль, что меня сегодня нет рядом с ней. Что они проходят через такой трудный период, что... Но я с ней душой, она об этом прекрасно знает. Цинилу ниц, сыну чудези, анфаца домнилор, кариборса и пуна инженуть. Сыну чудези, да, кайказу туда инженуть, инфаца домнилор, вейси инженуть, то отовяться. Să fiți mândri cei ce voi faceți, e un lucru just, nimeni nu a luptat în acest oraș așa cum luptați voi. Niciun partid nu a dat frunte Partidului Democrat, Partidul domnului Plahotniuc, mama mafiei, ori tata mafiei din Republica Moldova. Sunt foarte mulți că nu rezistă și cedează. Eu vreau ca voi să nu cedați dumnealor. Fiți mândri, ceea ce voi faceți bine. Demnitatea nu are preț. Demnitatea nu se vinde și nu se cumpără pentru nimic în lume și cu nimic în lume. Să știți că asta e o pată care rămâne pe toată viața. Mergeți până la urmă. Până la urmă, cei ce n-ar fi, eu nu cred că domnul Plahotniuc a să vă închidă pe toți în pușcărie. Și dacă mai bine să stați în pușcărie decât să fiți trădători așa cum au făcut alții.